Шарикоподшипниковская улица, 13С33, я запомнила. Маршрут построен. Через 50 метров поверните направо. Интимная обстановочка. Привет! А вы мне привезли маме на деревяшке? Да, они вот... А мы еще не взяли сюда что-то. А, нет, вон они, в синем пакете, вон, возьми. Пойди сюда, дойдем до конца, потом уже... Да. Привет! Так, мы приехали, давайте потом. А мы уезжаем на Крым. В Крым? Да. Прям сейчас? Да. Я сейчас это... Там. Может, на окошко? Сова. А где перчатка? Артём угуел. Ёлка, выходи. Ей жарко стало, да? Ей за конюшню. Ёль. Ёлка. Нет, ей ухи надо, вот где щёчки. Не точно, нюхайте. Одна ты такая. Ёлка. Еще ближе к глазу такой. Я боюсь, она врежка повернется. Ну. Не так. Ну там уже все вынюхали. Чем пахнет-то? Я не знаю. Не, руками нельзя. Ну не пшеница, не пшеница. А вчера она пахла невкусненьким, сегодня уже проветрилась. У меня так вкусно пахнет кот. Да, коты вкусно пахнут. Я его сейчас тычку таблетками, и он теперь перестал так пахнуть. Надо попробовать хоть сегодня что-то поснимать, потому что вчера ничего не получилось. Камушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Красота какая. Да, и она пока еще есть. Это ловушка. Можно его потрогать? Конечно, можно. И более того, его можно даже приобрести. Это натуральный марион из Башкирии. А это выточено в форме кристалла из оригинального кварца. Красота. У него очень интересная структура. За счет трещин. Угу. Аметист, Бразилия. Он когда фотографии мне посылает, сколько он морать проводит. Не регель. Иди, у вас новиночки. Бананоеды. Аксолотли. Где аксолотли? Вот они. Ух ты. А какого я хочу? Хочу оранжевого, конечно же, аксолотли. Это мне прям три можно выбрать? Все по одной новиночке. Офигеть. Да. Бананоеды. Самым упоротым, наверное, взглядом надо. Нет. Есть такие. Ну, оранжевые бананы. Вот упоротый. Да. Вот этот, по-моему. Вот это самый голодный взгляд. Вот это самый упоротый. А тут еще есть другие. Вот этот. Нет, этот. Слушайте, нельзя так. Это ловушка. А я вот буду... Нет, не буду оранжевую коллекцию. Я хочу... А где Лили Уайт? Хоть такой у меня не будет. Нету Лили Уайтов, да? Уже забрали, наверное. Уже забрали, да. Да. Ладно. Пирата забрали. Желтого. Такого. Нет, не такого. Вот он, самый голодный, все. Так, и... Вот трибы. Три баланотысы. Нет, там ждут кружки. Кружки привезли. Вот, все. Прекрасно. Спасибо. Так.
прекрасные звери, прекрасные цены. То есть тут такие окрасы, то есть надо покупать все. Вообще это очень сложно выбрать, потому что... Стол D22? Стол D22. Я вот эти номера вообще не вижу. Так, побежала забирать кружки. И вот этот взял и распрямился. Вот этого вот, сине-красного. Плохо видно. А можно у него чуть-чуть? Не, все равно не работает. Ну, нам с крышечкой надо кубик. Иначе у нас... Смотри, красный какой вообще. Это он еще не распушился? Не распушился. А на нем цены даже нет. А чего? Аукцион. До 500 рублей. Блин. У нас просто их много надо сегодня. Не, я вот сине-красного, ладно. Сине-красного, да, вот этого. Полнолуние, да? Точнее, полулуние, да. А это здесь про них инструкция, да? Да, да, можете взять. Да, надо. А это что? Это корм, я вам вот баночку даю. Баночка, тут просто пробник, да? Это не пробник, это за деньги. Не, я к тому, что это малая порция. Это 5 граммов, 250 рублей, тут 30 грамм, 6 раз больше. Ага, да, давайте баночку. Это более выгодно. Она же мягкая. А самка, если его содержать, что будет? Если содержать аквариум литров 20, не меньше, и нужно 3 самки минимум, потому что самка и самец по отдельности не живут, самку он забьет, он будет за ней гоняться, ага. Если она ему угодно не будет, или не будет готова к спариванию. Угу. Смотри, 400 литров, как раз можно много самок запихнуть. Да, много самок и пару самцов можно на такой объем. Это вот это, к нему три самца на 400 литров. Да, все, ладно, начнем с одной рыбоньки, я думаю, да. Там 4 угла как раз. Лежит. Смотрит, хорошая такая. Ой, злыдни. О, ее не только показывают, но и продают. Всякое. Больше сотни. Офигеть. Привезли. Вообще. Думаю, еще столько. Я могу только пособолезновать. Вот да, я спасибо. Сейчас со своими у меня. Вот что делать, когда они все хором покакают? Это такой запах стоит. Я не представляю, как вот с таким количеством, да. Мы уже привыкли. Кстати, твой самец вообще пушка. Я не знаю. Он классный, да. Вот молодцы, да, вообще, да. Рабочий вообще. Прям, не, по сравнению даже с девками. Но он с девками не сидел вот так вот. То есть, как только он начал что-то делать, он сидел с самкой, его отсадила, пока он рос. Я же не знала, что самец будет. Вот, а потом вот он один сидел. Девочка еще от тебя с весны. Ага. Ой, да, да. Она посветлее, а он лучше я. Он огонь вообще. Ну, у него и папа огонь тоже. Классный. Со всякими Владами прям вот очень легко будет соперничать. Да, да. И хвосты там классные получаются. Ага. Это не стрим, это видео. А ты приедешь к нам рисовать наши болота? Приеду болото рисовать. Клёво. Меня муж как только пустит, я к вам приеду на болото. Ой, смотри, у них там мини-кубики какие-то. Рептизу. Здравствуйте. А скажите, вон те вот кубики у вас, они водонепроницаемые? То есть их как аквариум можно использовать? Или это в нижней вентиляции? Да. Аквариум у нас вот. А, вот. А он ты хочешь, большой. А он с крышечкой? Да. Ага. Ясно. Петушатник. Владелец петушатника. У меня дети, мы этих петухов меняем. Если синенький не договорится мне насчет той баночки, то я... Они очень страдают. А сколько стоит петушатник? Они, видимо, их стареньких продают. У нас петушатник. И живет с нами спокойно. Спасибо большое. Ну, мы еще по это, да. Потому что вдруг нам вон тот достанется поменьше. Пойдем с той стороны зайдем.
А тут это... А что это вы делаете? Я хоть чуть-чуть сниму видео, хоть как бы. Это не стрим, это видео. А, это видео. Слушайте, мне подарили ящериц. Покажи. У меня теперь есть ящерицы Борисии. Ай, она такая. Слушай, она лежит прям в такой позе ренессанса. Вот ты поверни ее к себе. Она релаксная. И надо вторую туда. Такая странная ящерица. Она на сцинка похожа. Вот я думала, что это сцинк. Сцинк, да. А, она сцинк. Вот из сцинков, понимаешь? Вот такие странные. Тебе дарят ящерица, а мне шоколадоньки. О, хорошо. Непонятно, кому голодный. А мне вчера подарили настойку на полы. Будем мериться распаковками. 75-градусная настойка на полыни. Куйнец подарил. Все, я даже знаю от кого. Конечно. Да, Саня Куйнец, да? Вот. Ну а чего? Ну да, вот. Да. Так что да. Можно На цвета береги, говорит, свет теряет она, если на свету стоять будет. Да, да. У меня мама настаивала, надо в землю закапывать. Не, ну землю не надо закапывать. Нет, ну она в шкафу держала, но я просто имею в виду, что йогурт раньше именно вот настойку закапывали. Знаешь, мы к Кате пока подойдем. Катя, дай я сниму тебя на видео, потому что... Ай! Здравствуйте. У меня есть шоколадонька. Давай, сейчас я провожу с лучшей. А, да не, я хожу. Ну ладно. Пока нет, ждем ветеринара. Просто внаружи стоять не это, дождик идет. А вон Артем ходит. Артем! А он у Машки там тусит с Юлькой. Вот. Так это не стрим, это видео. А, это видео? Видео, да. Я ж тебе говорю. Я видео снимаю, хоть что-то в хорошем качестве, да? Великий помощник. Это вот это Аня вяжет, да? Да, это Аня. Я тебе говорю, мимо меня вчера пронесли крыса. Изумрудного слизня. Да, она хвасталась. И я говорю, я хочу... Так вот, смотри, маленькие остались. Носки. Носки. Подписывайтесь на носки. Это не сезон уже. На носки понимаю, подписывайтесь. Но всегда будет, наступит. Да. Носки, но они не стойкие к моле. У меня пока лето моль съедает все. Но носки классные. Вот такой вчера был, только изумрудный. Да, мешок. Я в морозилке их шерстяные шапки храню. Вместе с крысоньками. У меня как раз был день рождения, я себе имею право купи. Ой, какие они классные. И ВКонтакте напишу, так мы вас тоже. А ее сегодня нет? Ани нет? Нет, она где-то здесь Все же гуляют. Они пошли гулять. Все гуляют. Приходите еще. Ну, да. Каменья! Опять ловушка. Да, еще такая. Давай тебя, хочешь, я возьму под руку и уведу? Да, забирай. С зубами Голодона. А можно вы возьмете визитку и уйдете под руку, а то без визитки как совсем. Давайте визитку. Давайте я ее сфотографирую. Готово. Спасибо, все, мы уходим. Ой, Гемитиконикс, здравствуйте. Можно снимать? I get toasty. Всякое. Кушек, да? Да, вот ему. Классный. Почитай. Бананы? Да, мне своих уже некуда девать, поэтому я их в этом году даже не ссаживала. Они меня достали. Я не знаю, куда их девать. Вот реально. У меня в том году такой мне выдали траш. У меня в этом году платить немного пойдем, поэтому я. Здравствуйте. А это кто? Это Полос же. Это кто? Это плюшечка, нет? Нет, это Фризи. Плюшечки голубые. Это Фризи. А его можно трогать? Можно, это девочка. Не хочешь, не бери, мы сюда. Прям даже на руку? Можно мне? Я же боюсь змей. А, да, Алина же боится змей. Я не боюсь. Я уже к ним попривыкла. Слушай, какая. Это тебя приручили к змеям? Дети. Дети меня испортили, мы завели Полоса. Какое оно сильное, слушай. Она очень красиво выглядит. Она прям обалденно. Снизу подставляем руку, она переползает. Снизу подставляем. Не дергаемся. Рептилиум портит людей. Сначала он портит их детей, а потом дети портят людей, да? Можно снять? Можно. Она уже метр. Я снимаю, без проблем. А, нет.
мне действительно просто интересно подержать. Я такую большую. Я первый раз такую большую змею держу. Молодец. Очень красивая. А я думала, это тут блюшечки. Не вижу, что красивая. Блюшечки не точно. Вот и маме пошла. С меня. Да, в кору хочет спрятаться, но у меня кору такая, посмотри, какой рисунок. А она вообще, у нее чешуя крупная такая, классная. А есть еще, которые вот у них черным обведено контрастное, это амурцы, наверное, да? Да. Такие красивые. Да, амурцы, они просто черно-желтые. Но они тоненькие такой, достаточно, да, по сравнению с ними. Это прям... Очень классные. Сойду с ума на пенсии, такую себе заведу. Не записывай это, не снимай, а то, что мне поздно припомнит. А хвост как попал. Сидит. Ну сегодня ей вообще хорошо, ей погода-то как раз нравится. Вот мне не очень нравится. Прохладненько, ветер еще. Тут ее рисуют. Сова. Карандашева. Да? Конечно, мы позоримся с рисунками. Почему? Классно же. Хорошие рисунки. Объемную сову рисовать. Mm-hmm. Это же лучше, чем с фоток. Что ты не кинул? Ой, там тоже, кстати, сова на пакетике. Гува, ты прям сидишь такая вот на перчаточке красивая. Красивая. Да. Поклоняйтесь, да. Преклоняйтесь перед совой. Да, но это не стрим, это видео будет. Мы вас покажем? А то? Варик, помаши. Помаши. Привет. Вот, привет. Маленькие подписчики. Страшно. Muscle Calling, знакомьтесь, наш переводчик, который все время нам переводит, что мы пишем. Да. Вот, очень приятно лично познакомиться, прям вообще восторг. А спасибо. Мне так приятно. Да. Просто замечательно приятно. Вот, не ожидала. Мешок конфет же. Мешок конфет. Ого, мешок конфет. Вкусности. Теперь это правильные конфеты, а конфеты под названием семейство сов вам уже дарили? По-моему, нет. Они сами так себе, но за фантиком можно за немного фантики. Класс. Вот. Спасибо. Батончики. Да. И внизу там еще помадки. И помадки. Спасибо. От нашего кота... У нас есть человек, который терпеть не может сладкое, и от почему-то пропадает конфет. О, клево. Как раз мы хотели. Я как раз думала, как делить дронтал. Я услышала как раз на стриме, что... Все. Вот, и как-то мне это стало... для котяток специально, это для, да? Котяток, две таблетки, там, ага, то есть ее даже делить не надо. Все, прекрасно. Маленькие, спасибо огромное. Не за что, не да, за что. Спасибо за переводы, за... спасибо. Прям. Да. То, что мне есть что переводить, с таким удовольствием. А то мой Google переводчик, но он не понимает, он до сих пор с большой буквы пишу, он все равно то Christmas tree, то Spurs, то три, то... но никогда он не переводится за какими, я уже замучила. Все, кстати, Макс пришел. Да. Нет, он Юлия, помимо. То есть я уже пишу специально для него. Типа сова Юлия. И потом меняют на Юль. Тогда да. Вот. Это, в общем, такое. Зато он угует переводит все правильно на нецензурное английское слово. Прекрасно. Замечательно. Да. А мне он даже за вполне цензурные слова, он удаляет комментарии. А, он нет, говорит, я имею переводчик, я Яндекс переводчиком переводит. Да. Яндексу переводчик, значит, можно. Он матерные слова переводит, а вполне себе. Значит, нельзя. Ну вот не знаю. А вот, то, что комментарий, там же этот спам-фильтр стоит. Мы его ставили, спам-фильтр, еще когда на Катю нападки были, и вот она у нас у всех, что у Рыбалтовского, у Кати, у Ксюши стоит прям вот огромный, там до сотни, по-моему, слов список, вот просто, чтобы хейтеры не хейтили. Поэтому он стоит и, в общем-то, все это вот смотрит. А там, например, на слово «умереть», там еще что-то такое, в общем, на фамилии, на адреса, то есть, ну, сложно, иначе был бы вообще ужас был бы в комментариях. Ну, да. Да. Не, ну все это же можно обойти. Угу. Ну, можно обойти, конечно, но как бы ну, главное, так что проще, это, да. Так, такое сообщество приятное, вот, да, иностранцев, да.
которые давно смотрят, очень хотят все понимать. Очень приятно. О, Настя пришла. Вот. Привет. Мы сегодня с гитарой. О, отлично, будем петь, мы снимать хорошо, видео. Очень давайте, вы посмотрели или только идете? Ну, мы как бы циркулируем. Ага, прекрасно. Это моя племянница. Ой, как которая, классно. Приятно, она. Да, спасибо, племяннице. Очень приятно. Конечно, мы ей обязаны. Да. Макс, сегодня много... У тебя что, шляпа неделька, что ли? Да. Нет. Егор, я твою курточку забрала, потому что мне холодно тут, ладно? Нас что-то не пускают. Но почему? А у вас же есть эти синенькие. А вы показали? Да, пойдем сходим. Свои приветы. Вот. Передаем привет от канала Картавы Альштрефа. Все слова забыли, да? Мы все очень любим елку, и вот делегация специально. Очень приятно, да. А я поздравляю с Днем эколога, потому что сегодня 5 июня День эколога и все такое. Вот. То есть хорошо отмечаем, да. Рептилюня. Ну, это прекрасно вообще, я считаю, вообще просто здорово. Сегодня вообще юбилей столько, и 10 лет рептилиум, нет, 10-й рептилиум проходит. Это вот, юбилейный, серьезно? Да. Не бойся. Подходите, подходите. Гости из Новосибирска. Не бойся, ёлочка, смотри на меня, ты пугаешь. Помоги. Ёль. Все, она не смотрит. Вот так. Смотри на нее. На нее посмотри. Сова красава. Переводом или наличкой? Берите, что вы мне даете. Я их положить хотела. Привет! Второй день вот прохожу и наконец-то... Тараканцы. Я ее так и не посмотрела. У вас тут тараканы уходят вообще. Ни одного стола не видела, кроме своего, серьезно. Вот да, у нас выставка очень большая, и все очень далеко ходить. Но вообще здорово, ни жарко, ни душно. Черепашеньки. Это которые большие такие вырастают, да, да, черепахи? Вот эти вот, это которые сурикат, а эти нет, эти вот такие. Ну, по сравнению с этими, ну, они да. Небольшие. Так, они крупные, конечно, но с этими небольшие. И всяк. Она, кстати, мне кажется, снесется скоро. Я да? тоже смотрю, да, что она прям вот беременна. Да, да. Она сидела вот с этим самцом, то есть это вот от него должны быть. Ну, какие они вырастают. Сейчас могу, мне проще... Это не такое
Ага. Вот самец вот такой, а самка вот такая. Какие у них приятные лица. Такие смешные. Это вам не те красноушки, да? Да, да. Такие они классные. Это еще и курносые, они смешные. Да, они смешные. Они с возрастом становятся ярче и ярче. Да? Да, они прям красные. Прикольные. Им еще дают корм такой, который с этим, вот, с пигментом, да? С пигментом для них тоже есть. И они прям яркие-яркие становятся. Открываешь его. И она залезает туда мордой, и ест перепелиное яйцо в балку. Хитрая какая. А как они в природе это делают? Они режут зубом. У них боковой зуб очень острый. И они прорезают яйцо с крупным зубом. Ничего себе. И вот оно сидит, и никто не знает, что здесь есть змея, которая ест яйца. Да, теперь знают. Теперь знают. Ну, она еще и красивая. Это взрослая или малыш? Нет, это малыш. Сейчас покажу размер взрослый, просто доставать не хочу. Привет. А яйца гекконов ей можно? Можно. Яйца она будет есть любые. Сейчас она убежит ко мне в рукав. Классная. Как она называется? Она называется сейчас олигодон, а вот я не помню ее. А по-русски их не называют никак? Яйцеед. Яйцеед. Ну, понятно. Сейчас покажу взрослый размер. Угу. Они не крупные. Прикольно. Это она здесь одна, так сказать. А, тут две. А то смотри, что-то как-то много. Две. Наложили. Прикольные. Да. Спасибо. Вы хотите к нам еще? Да. Все хорошо, это мы еще есть. Чего? Все хорошо, это помещение, это связь. Да, связь здесь плохая. А тут даже просто звонки не проходят. Так в целом спокойно, вернее. Ну, не знаю, если он долбанет, то просто немножечко болит, и ничего плохого не будет. Так что успехов тебе. Это 2500 или 25? Практически. А то 2500. А, 8500. Все понятно. Ой, линяет. А потом самец подрастет. Пойдем к задней ход. Бибип. Вот такие вот есть паракюбанки. Воронежи. Привет. Копочки отваливаются. Да у меня вчера ножки чуть не отвалились. А у меня тапочки есть, хочешь? Просто? Не, я сегодня специально кеды надела, которые удобные. Просто для видео, да. Александр Олегович. Мой любимый бренд. Вы тоже вчера по платочку приехали. Да, они прекрасны. Сейчас я сама. А визитки-то есть визитки? А вот они с совушком. А, это визитка. То есть ее можно брать. Да. О. Да. Я возьму, у меня сов много не бывает. Я возьму все две. Всем раздам. Здравствуйте.
Да. Видишь, о чем я говорю? Просто да. Это утемняет. Хоть ты хочешь, хоть нет. Но тут даже узоры прописаны. Ну, конечно. Я тебе... Ты можешь использовать для любого леопардового проекта. И просто увеличить оптическую... Да. Нет. Это как-то плесень на пластике. Там пыль брак. Первая стадия, да? Когда-нибудь такие видел? Это Аладдин чистый мусор вообще. Стоит до хера вообще. Блин. Что? Ну, маленький, я помню, не зарекаю. Минимум 120. На плечо, можно? Попробуй, выдержи 5 килограммов. Мускула, кабачок. Второй круг. Добрый день. Еще не вечер. Ну сейчас я буду через минуту. Старайся. Недостаточно стараешься. Вот, молодец. Здравствуйте. Какая у него жопонька. Здравствуйте. Здравствуйте. А то меня вспомнил, там, где-то. Что тебе говорить? Ну, или можно просто ходить. Я вчера что-то так и не дошел вчера, бак. Низкий начал, вон там, и, короче, я. Понятно, мим прошел. Я крикнул бы, что. Да, здравствуйте. Он искусство. Уходит. Опять опасное показывает. Очень опасное. Укусит, укусит. Привет. Красная сила. Для чего же интересная природа, да, наша? Магнитик. Магнитик. Хочешь себе магнитик такой? Еще чашка. Я понял. Они друг друга. Эти классные дикончики сидят. Вот твой, возьми. Это я уже вижу. Как у нас сейчас такая красивая. Они как-то. Что ты так издеваешься? Вон, надо было такой. Так там стрип, кто-то его оказывает. Он за 4
Очень фотогеничный. Пушистенький. Миленький. Не, мне не надо. Совсем уйти, только свети, свети, только свети, свети, только свети, свети. Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор. Нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Мой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина и жизнь моя вечная игра. Меня засосала опасная трясина и жизнь моя вечная игра. А если посадят меня за решетку, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать. Кондуктор, нажми на тормоза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. Так, все, хватит играть, работать пора. Спасибо. Ёльке нравится, она уже прям... Я знаю. Скажи, еще кресло бы мое сюда? Да, вот если вот кресло она не любит, когда на ее кресло сажусь. Она должна разворачиваться, чтобы никто не видел. Что вы таки хотите, чтобы я спел эту песню? Да хотим, да. Просим, просим! Что такое просим, это просим. Мохнатый. На душистый хмель цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай, так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край.
так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. Шляпу давай, вот это вот. Мы мышам, мышам на прокол. Мышам на докон, на еду. Ой, ко вчерашнему. И название вот этой букете, что было. А, спасибо большое. Классно. Сова. Две совы. Спасибо вам огромное. Вы прям молодцы. Сов еще больше, но их нужно на просмотр задавать. Больше сов. Так, так, потому что... Показывайте. Потому что надо. Дарксова. Ну, отлично вообще, слушайте. Прям красота. И мне показать? Ой! Там есть пират сова. Это пират сова. Йо-хо-хо и совиная лапка. Не получился глаз. Вот это самое удачное. Здорово. Очень классно. Молодцы. Самые верные ёлкины поклонники, фанаты, которые остались совой во время дождя, да, с Юлей? О, да-да-да. А всех вон куда. Дождюемся все, вот тут вместе стоим. Но это ненадолго вроде как, краешек, надеюсь. Если, конечно, ее не развернет. Вроде как ветер с нами. И ветер с нами. Дуйте в другую, пожалуйста, сторону. На елке хорошо. Зато камень, смотри, красиво, как намок сразу. Красивый. Он так был красивый. Сова макрова. Этот, самурай. Ёль такая, блин, я это вообще сюда не за этим ехала, да, Ёль? На это не подписывалась. Поспешно ретировался. Теперь все будут ждать, пока она будет отряхиваться, да? Да. Конечно. Она уже не будет. Дождя было мало. Ты опять тут? Иди сюда. Мы будем тебя показывать. Да, птица ругается. Сова тут у нее сидит. Вот она и ругается. Чуть поругаться. Это интересно. Сейчас орлышки летают. Не летает, а бегает. Да, уже бегает. Возмущается. Ёлка меня так и смотрит, что там. Что там? Вот, можно трогать. Трогаю сову. Сейчас кусь будет. Такая, кто вообще? Только что, скажи, помылась. Кто на соседей появится? Кто? Жанна, почём? Ой-ой-ой, скажи. Ой-ой-ой. Что-то не поняла сова, да? Сейчас тебе гвоздь зашу. Идите гвоздь ещё. Да, такой, ух. Сейчас, бери, что он твой, и всё. Ой, я даже реснички вижу. Реснички. Я тоже вижу реснички. Это ваши? Да. Не буду. Это громко. Кто-то говорил. Только не
Я служу в Питере. Можно еще? Продолжение будет не скоро. Да? С горкой получилось. Еле упаковали. Вот. Все, сова, мы едем. Холодильник полный, все полное. Еда, ящерицы все. Вот. Это куда пирог делал? Он на сиденье лежит. Там, с того края. Закрывай нас. Да, сова? Едем все в деревню. Ты молодец. Тебе хорошо? Такая сова, это спокойнова, уютнова. Все, мы едем. Едем. Все. Еще, давай, давай, хоть кто-то его отлупит. Не все ж тебе рысями пугать. Она всего лишь порвала футболочку. Ну, и кусочек Артема, да? Смогла выколоть. Я чуть-чуть. Все было безопасно. Сова вообще сидит такая, что это вообще было? Подставили елку. Поехали. Ладно, ребят, пока. До новых встреч. Давайте, пока. Через